цены на флеш-память NAND пошли вверх. Согласно отраслевым источникам, цены на флеш-память типа NAND немного восстановились. В преддверии Нового года по лунному календарю ожидается их рост. Однако он будет недолгим. Уже в феврале цены снова упадут из-за превышения предложения над спросом. Поставщики кристаллов NAND в последнее время немного повысили цены, однако производители микросхем и конечных устройств не спешат пополнять запасы. Источник уточняет, что повышение цен касается только чипов, тогда как цены на твердотельные накопители продолжают падать. Цены на встраиваемые устройства хранения данных, включая МК и МПК, остаются относительно стабильными. Ожидается, что повышение спроса в первой половине 2019 года будет обновление спецификации флагманских моделей смартфонов до 512 ГБ, что приведет к общему увеличению среднего объема флеш-памяти в смартфонах. К концу будущего года твердотельные накопители объемом 480-512 ГБ приблизятся по цене к жестким дискам объемом 1 ТБ.